Всем привет, с вами Трэш Фри Файр, и в этом видео вы увидите, как мы взяли топ-1 во всем черном. Да, ребята, мы в этом видео возьмем топ-1 во всем черном. Да, пацаны, вот, как вы видите, я взял максимально черные вещи, у меня больше не было их. Вот, я забрал подписчиков, и мы с ними будем взять топ-1 в классике. Против отрядов, пацаны. Отряд против отрядов. Вот, король пишет, подписчик. Всем здоров. Тебе тоже. Привет, король. И погнали, пацаны. Идет загрузка сейчас. Пацаны, подпишитесь на канал и поставьте лайк. Год объем 10 тысяч подписчиков. Я разыграю где-то 1000 и больше или 1000 алмазов. А, как раз таки нам боты падали, блин. Хорошие игроки есть. Ну, 1-2 есть, оказывается. Вот, смотрите. Да, ребята, я оставлю ссылку под этим роликом. Подпишитесь на мой второй канал Trash Free Fire. Я его сам открыл. Не забудьте подписаться на мой другой канал. Королевскую битву играем сейчас. Возьму топ-1 или нет, не знаю, пацаны. Погнали, го в Clock Tower. Или Бимасаки. Давайте Бимасаки. Бимасаки. Он что-то мне говорит, СНС лидер. У меня нету микрофона, если я буду говорить. Ой, блин, я не туда прыгнул. Ну, пусть здесь полутаем, пацаны. Вот как раз таки один чел прыгает с нами. Ой, я вижу вот этот дробовик. Не знаю. Да блин. Не успел забрать дробовик, как всегда. Подписчик забрал. Пацаны, если вы тоже хотите вот видео сниматься YouTube, то напишите в комментариях ID свои и напишите свои идеи, что мне снять. Или давайте я сниму ГОП 50 или 20, давайте 10-20 лайков, и я сразу выпущу новый видеоролик во всем зеленом или белом, или в или красном, или еще какие есть синий, но у меня синие вещи нету. Ну, я оружия черное нету, так что не могу взять оружие. Только скины и коллекцию буду делать вот эти. Черные. Ну, затем. Ну, только Вижу бота. Или он не бот, не знаю. Да, блин, не попадает. Давайте я к нему ближе. Давай. Все, в голову полетело. Если хотите такие видеоролики, напишите свои идеи в комментариях. И подпишитесь на канал, и поставьте лайк. Ну, я с ботами попал. В следующий раз не буду попадать. Потому что у меня случайно, я ботов не взял. Ну, у нас случайно вот попали боты. Или я давно не играл, потому что мне боты попались. В следующий раз, может, не попадет, или может попадет. С первого раза тоже. Сейчас с первого раза попал. Эй, дай, где? Дай водить. Все, водить. Садись.
Но эти пацаны сейчас придут, и мы поедем вот. Куда поехать? На пик или что? Возьмите мотоциклы, а я в другой сяду. О, в голову полетело сразу. Позовите друзей, пацаны, друзей, если не сложно. Если пригласите друзей, то будет много лайков. Или можете вот сразу с другого аккаунта чуть-чуть посмотреть и ставить лайк и зайти на другой аккаунт, также делать. Эй, садись, король. Это не с мягким знаком, так что это английский. По английскому языке нету мягкого знака, как назвать. И напишите в комментариях, сколько вам лет и в какой школе вы учитесь. Нет, не в какой, но в каком классе, давайте. Или в после обеда, или утром 8:30. Я учусь в 13:00. Да, пацаны, я не могу выпускать всегда, ну, видеоролики. Я заболею, или может просто не могу, времени не будет. Да блин, не летит. Я 2x прицел на 100 поставил. Я с ПК играю, пацаны. Кто тоже с ПК или с телефона, поставьте лайки, подпишитесь на канал. Кто профессионал, подпишитесь на канал, да. Реально, я вам говорю, профессионалы топы. Ну, такие боты, я не знаю. Боты тоже хорошие. Мы тоже давным-давно были ботами. Ой, я броник возьму, но у меня броник 4. Эй, не стреляй на машину. Я этого бота убью сейчас. Ой, не смог, да блин. Вот этот хавар, как называется, этот убил. Хорошо, что сделали летящую пушку вот таким, как плазма. Он может сколько угодно стрелять. А то, когда 25, это не очень было хорошо. Напишите свою идею, я прошу, пацаны. Как взять топ-1? Или взять топ-1 без аптечек? Или взять топ-1 с алогом? Или взять топ-1 с АК или с М40? Пишите любую идею в комментариях. Мне просто... Или не смотрите этот ролик до конца, просто напишите и выйдите. Или, может, смотрите. Кому нравятся такие ролики, поставьте лайк, 10 лайков. Если наберем 100 просмотров, то я сразу выпущу новую часть, пацаны. Позовите друзей, вот, многих, брата или... С другого телефона подпишитесь, и с другого телефона посмотрите снова. Или с телевизора просто поставьте вот этот видеоролик. Просто поставьте и выйдите, все. И выйдите в другую комнату, он будет смотреть 14 минут, и все. Он будет смотреть 14 минут 17 секунд. И после этого вы можете еще отключить телевизор или другого смотреть, или мои другие видосы. Если наберем много актива, я разыграю для вас ваучер. В этом видео будет розыгрыш ваучера. Да, ребята, чтобы получить ваучер, вам надо подписаться на канал и поставить
поставить лайки. Да блин, у меня как не летит, блин. Вообще у меня зажимается, простите, но реально у меня зажимается на ПК. Или я, может, перейду на мему. Кто ПКшник, кто может настройки свои дать профессионалов, настройки профессионалов, напишите в комментариях, я ПКшник, я могу дать настройки тебе. У меня не летит, я с другого ПК. Своего летит, но с другого не летит. Давайте уже в этом видео давайте 10 хотя бы лайков минимум. Я 30 лайков, и я сразу выпущу новый видосик или 10 лайков. Если 30 лайков, я разыграю ваучер, пацаны, для одного подписчика. Или накручу 1000 алмазов. Ну, на накрутке может ак забанить. Так что, не накрутил. Не накручу. Или может накручу. Пишите в комментариях, накрути мне сколько это алмазов. И скажите, я подписался на канал и поставил лайк и посмотрел этот видосик до конца. Давайте, если хотите ваучер, подпишитесь на канал и поставьте лайк. Я уже много раз говорю, условия простые: подписаться на канал и поставить лайк, и поделиться с друзьями этот видеоролик. Кто вот напишет условия в комментариях, подписался, поставил лайк, поделился с минимум 5 друзьями, то ему отправлю ваучер. Реально, пацаны. Или с другого, просто не друзей, а с другого аккаунта зайдите и залайкайте. Если наберем 30 лайков, я будет, ну, итоги конкурса. Да, ребята, там кто-то убивает одного чела. Я просто там буду стоять и крысить. Ну, там боты уже не остались. Вон там он стоит, крыса, блин. Я просто на него буду смотреть и ничего не буду делать. Он сам придет. Давай, давай. Давай, трэш, 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 ты сможешь. И напишите в комментариях, кто хочет мою гильдию абсолютно ну, моя гильдия 4 уровня. И если хотите мою гильдию, напишите. Нет, у меня в описании есть. Да блин, не получилось, это тяжко дать. В описании есть ID гильдии или нету, не знаю. 10, 25, 36, 47 и 89. Вот, надеюсь, вы запомнили. Вот так напишите. Вы можете просто авто зайти и после этого проверку. А если не пройдете, я выгоню. Давай, давай. О, ПК не скил. Пацаны, вот буя. Я не могу ничего сказать. Пацаны, вот я победил наконец-то этого бота. Он тоже зажимается дробовика, дробаша, или не знаю, с двухстволки он зажимает. И всем спасибо за просмотр огромное. Всем удачи и всем пока-пока.